Повышение цены до 27 рублей кажется странным, ведь последний раз стоимость билетов поднялась в августе. Стало 26 рублей. В начале года и вовсе проехать по столице можно было за 23-24 рубля. Удивлены повышению цены и другие перевозчики. На Новый год повышение проезда никто не планировал. У меня таких данных нет. На некоторых автобусах, в том числе 10, 12, 11 маршрута, стоимость проезда снизилась до 25 рублей. Потому что нам на рубль снизили стоимость газа. Перевозчики говорят, по такой цене планируют возить горожан до конца февраля. Так что плата за проезд по Абакану 27 рублей – это скорее исключение.